Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчатка. Бачите, ще 20 хвилин до першої години. Я вже прийшла додому. Середа сьогодні, ходила за продуктами. Ой, у нас така погана погода. Зараз вам покажу. Бачите, дощ був. Дощ. Все мокре. От сильний був дощ. Там я стояла. В очереді дощ був. Ну, я брала з собою плащ. Правда, я не надівала ризові сапоги. Одівала такі в мене ботиночки кросовочками. Ну, нічого, ноги не помокли, нормально, все хорошо. Зараз вам покажу і розкажу. Бачите, це в мене тут мій плащ сушиться. От. Ну, давайте, буду вам розказувати. Зараз тут світ включу. Ой, якось темно. Це якийсь сир. Це якийсь сир. От, я не знаю, жарить його чи ні. А ну, чи він готовий, цей сир? Ну, треба покуштувати. Я думаю, він готовий. Отака колбаска. Вона хороша, вкусна. Отаке філе. Курине філе. Бачите, написано 93% м'яса курячого. Воно таке трошечки тут замариновано в этом самом в соусі. В соусі замариновано. Ой, щас я так поверну. Наверно, тут 2 минути всего лишь достаточно его про это самое. А нет, 15 минут, пасть-то, жарить 15 минут, ну, посмотрим, короче, как будет готово, так я отключу. Вот, это взяла сухарики, не знаю, надо они мне, не надо, вот они, сухарики взяла. Такие, как это брала, не пользовалась ними совсем. До 12-22. До 12-22. Вот. Это кисель взяла. Мустика черничный кисель. Мне нравится он. Вкусный. Я всегда его, если есть, беру. Это вчера говорила вам, огурцы засолила. Сейчас попробовала кусочек. Такой вкусный. Опять дали 2 батончика шоколадных. Я вам сейчас покажу, сколько у меня этих уже батончиков. Таких вот батончиков. Это ж вот я один уже. Вот. И сегодняшние 2. И сегодняшние 2. Это значит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот 9 я кушаю по чуть-чуть. А один я уже съела, да. Один я уже съела батончик. Один батончик я уже съела. Такой вот батончик еще давали. Тоже неплохой. Вот. Ну ладно, пойдемте дальше. Значит, тут показала колбаска, курочка, это укропчик, это мунки. Вот такие булочки. Булочки такие вот, плюшечки, мунки. Вот эти длинненькие, я люблю их. Эти хорошие. Вот. Ну, вот из продуктов больше ничего не стала брать, потому что у меня полно. Опять набрала до хрена фрукты. Вот клубники взяла 0,5 килограмма. Еще 0,5 килограмма. Вот одна. Вот вторая. И здесь 250 грамм клубники. Это темный виноград. 1 манго. 1 гранат. И это все нектарины. Это все нектарины. Я нектарины люблю больше, чем персики. Так компота не сварила. Надо сварить, потому что пропадет же. Вот фрукты. Фрукты люблю, поэтому фрукты набрала много. Вот клубнику сейчас перемою, всю перечищу. Сахаром засыплю. Что-то поставлю в морозилку. Поставлю сахаром засыплю и поставлю в морозилку. Потом надо будет, размерзнется и
хорошо можно будет кушать. Вот. Ну, надо обязательно почистить ее, потому что непочищенная с хвостиками я не люблю. Почистить надо. Вот. Вот это то, что мне сегодня дали. Я довольна, все хорошо, нормально. Вкусные вещи. Вот. А продуктов тоже. Вот сделаю себе эту курицу. Сколько тут? Здесь, видите, 550 грамм. Вот на сковородку. Сейчас ее выложу. Поджарю. Потом могу сливками залить, протушить. Будет такая курочка. Вот. Ну, вот это и все. Больше мне как бы ничего и не надо. Зачем мне больше? Больше не надо ничего. Этого вполне достаточно. Вот, в пятницу пойду опять. В пятницу будет дождь, но не такой сильный. Сегодня вообще... Ну, тоже писали, что будет сильнее дождь. Было написано, что 96% дождя. Был поменьше дождь, скажем так, поменьше, чем 96%. Такие дела. Вот, этикетку сняла, вот эту красную с сыра. Я его брошу в морозилку. Моя приятельница, что мы работали, еще не приехала с отпуска. Как приедет там, я полную морозилку уже собрала, бегом к ней выручать. Ее больше месяца нету, она поехала по делам. По делам. В отпуск, но по делам. Вот такие вот дела. Вот это вот то, что я сегодня взяла. И то, что сегодня буду кушать. Ну, собственно говоря, кушать тут что, вот только курицу сделаю. Сейчас вот кисель попью, у меня борщ есть, поем борща. Колбаски, я, может, борщ не буду. Может, колбаски с яичницей поем. Вот. И клубникой закушу. Отлично будет. Батончиков, да, много. Надо Натке позвонить. Пусть приедут с Алисой, отдам ей. Она сейчас не ходит же за продуктами. Потому что она же работает. Ей некогда ходить. А Алиса-то любит сладкое. Ставлю себе еще какой-то там один. А это надо будет встретиться с ней. Может быть, в субботу. Скорее всего, в субботу, да. Будет у нас на площади открытие. Открытие, ну, вот этого, то, что делали. Стоянка там под низом. Все вот это вот там делали сверху. Там в 12 часов дня будет открытие. Я думаю, там чем-то вкусненьким угощать будет. Ну, кофе это 100%. Кофе. Какие-то булочки, плюшечки, ватрушечки. Это будет обязательно. Вот. И скажу, чтобы они туда тоже подъехали. И вот отдам ей шоколадки. Ну, спрошу еще, что ей надо. Может, там что с морозилки еще возьму, отвезу. Но я думаю, нет, не захочет. А вот это вот, да, для Алиски. Там, угостит детей в своем общежитии. Матрюшки, ну, что вам сказать, матрюшки? Ну, что вы в полной жопе, да? Вашего уже щура там собираются уничтожить. Собирается, так было сказано, что уже в Ленинградской области и Московской области депутаты выступили за то, что Путин провалил спецоперацию. И желательно бы Путлера убрать вообще. Ну, как-то так это так и про это самое. Проговорили и замяли. Ну, как говорят эксперты американские, наши эксперты, европейские, вот еще один такой провал, то есть для них провал, а для нас молниеносное освобождение Херсона, и все, и Путлеру прийде пиздец. Вот так. Вот так. Уже 54 тысячи, матрешка, 54 тысячи, груз 200. Вот так вот. Вот. Не слухали меня? Не делали так, як положено. Сидіть тепер жопу свою, гузно своє гріте на лавці і щічки найобуйте. Більше вам нічого не скажу. Нічого, тому що нам кажуть, що не треба розглашати ті міста, де наша... До тих пор, поки не це саме... Не офіційне не буде заявлення від наших воєнних... От наших командиров. Вот так вот. Так что бувайте здорові, мої ріднесенькі, хлопці і дівчатка. Бувай здорова, ненька Україна. Ми з тобою. Тримайся, мила. Ми знаємо, як тобі важко, але ми з тобою. Ми з тобою. Перемога йде. Перемога йде. Пока.